Погоди, Эмин, как ты назвал Брока и Синдрик? Братья Хульдин? Ага. Но они же гномы, да? Да. А Хульдин — духи леса. Да, красивые соблазнительные духи леса. Я вот сейчас понял, что это неподходящая история для невинных детских ушей. Вы прямо сияете. Мы нашли материалы, но они такие странные. Как изготовить броню из того, что настолько... Идин. Что? Идин нахрен. Это наша тайна. У нас свои методы. Тебе еще что-то нужно? Нет. Хорошо, что вы помирились. А, ну да, про вас то же самое можно сказать. Я, наверное, немного возгордилась. По-моему, так он должен был это услышать. Все равно. Мне жаль, что я так с тобой разговаривал, Синдрик. Ты меня простишь? Уже простил. Я же говорю, все улажено. Давай. Работай. Не расчувствовался. Впереди опробуй. Носи с гордостью. Достойно знать. Это поможет в трудный момент. Теперь от тебя не отхватит по кусочку. Пойдешь или будешь языком чесать?
Я вижу что-то внизу. Оказался в этих краях. В жизни каждого бывает момент, когда он меняет имя и идет на север, чтобы начать все заново. Если прожить достаточно долго, можно уйти очень далеко на север и оказаться здесь. Знаешь что? Я попозже расскажу. Только больше не ссорься с братом, хорошо? Он с годами, конечно, стал чуть меньше меня бесить, но пусть не задается. Клиентов у меня и без него хватает. Правда? Это каких? Сюда. Иду.
Трей, ко мне! Я иду, иду! Дракон! Он тоже прикован? Сын? Слушаюсь. Приготовься! Берегись его дыхания! Это я и без тебя знаю. Слышал грусть среди рева и грома из глотки. На колонне были три руны. Это не наше дело. Ты снова думаешь сердцем, сын, и твои враги обязательно этим воспользуются. Come on.
горячись. Если дракон нападет, нам придется его убить. А, ты прав. Я буду готов. Посмотрим. Сын, сюда. Слушаю. Вот еще одна карта. Интересно.
верили в кого-то. Они верили в своего короля, хотя из-за него погибло столько народу? Это приказ. Верить в него, несмотря на ошибки. Еще один. Это Скади. Она нравилась маме. Великая охотница. Точно. Покровительница охоты. Это ее отец? Он ее обучил. И последняя часть. Снова ее отец. Они оба в снегу. Там они и остались. Грустная история. Ешь нас. Сын, приготовься. Пожалуйста.
Атрей, ко мне. Ладно, я иду. Знаешь, что это такое?
Сын. Ладно. Король гном заставлял подданных охотиться на драконов и других чудовищ? Ну и ну. Надо это увидеть. Похоже, нужно нажать на тот рычаг. Он нападет. Я знаю, но нельзя держать живое существо в клетке. Снова думаешь сердцем. Ты не слышишь их мысли, а я слышу. А ты не слушай. И приготовься. Ладно. Что он думает теперь? Ничего, наверное. Но он был рад умереть в бою, а не сгнить в клетке. Твои навыки стали лучше. Ты хорошо сражался, Атрей. Спасибо, отец. Наконец-то свежий воздух.
случилось с людьми, которые тут жили? Подумай головой, сын. Да, да, подумать сейчас. Так, тут правил злой король-гном. Он заставлял людей охотиться на чудовищ. Люди сажали их в клетки, а потом я не знаю. Значит, чего-то не достает. Вернемся в замок? Нет, там больше ничего. Для нас нет. Но смотри внимательно, ищи других драконов. Что-то вроде клички. Означает «любимая». Так Один звал Фрею после свадьбы. От избытка чувств, как мне хочется верить. А потом любовь завяла, а само прозвище стало орудием для манипуляций. Он не хотел, чтобы Фрея, богиня из рода Ванов, имела авторитет в Асгарде. Поэтому все ее заслуги приписывались Фрик. Как рождение Бальдра. Все верно! Именно Фрея была матерью Бальдра. Ты любишь жару? Жар очень полезен в моей работе. Размягчай. Сюда. Я рядом. Ого! Тут жарко. Но это что, снег? Пепел. Такой бывает от больших пожаров. Весь этот мир — великий пожар. Колыбель всего огня. А если верить легендам, то и колыбель солнца и звезд. А им можно верить? Мы же здесь, но мы не горим. Пока. Но понимаешь, вероятно, огонь здесь успел остыть с момента зарождения мира. В Нифльхейме сейчас тоже не так уж холодно. Такова природа вещей, крайности со временем умеряются. Огонь прогорает, люди седеют и стареют, отрубленные головы болтаются на поясе. Такова жизнь. Ну, ясно, Мимир. Смотри, тут еще. Тут сказано Сурт. Огненный великан? О да, собственной персоной. Бьет огненный меч. Легендарное оружие. Он сражается с Тором и Одином. Это прошлое или будущее? Это с какой стороны посмотреть? За работу! Скорее.
Ну, заходи, когда что понадобится. Слушай, слышишь голос? Снова эльф? Нет, не похоже. Доносится оттуда. Прямо за поворотом. Он спрашивает, готовы ли мы к врата закрыты. Приготовься, мальчик. Хорошо. Было бы здорово найти какие-нибудь благовония. Запах серы мне уже так надоел. Он говорит, это испытание посложнее, чем то, что было раньше. Будь готов, мальчик. Готов. Значит, тут больше никто не живет? Жить тут могут одни огненные великаны. А пророчество гласит, что до Рагнарёка мы их не увидим. Тут еще один меч. Наверное, это следующее испытание. Вот и они. Я готов. Yeah.
Началось. Вперед! Вот и проход!